тут мне доставились еще подарки разные. Там вот Юлин подарок, коробка. А тут еще пришло подарков. Интересно всем, да? Да! Так, мне прислали вот такой вот бластер. Это Нерф. Спасибо вам, ребят. Это, кстати, самый прикольный из тех, что у меня был. Это от Яндекса. Самая большущая их вот такая вот колоночка. Круто. Мы, кстати, хотели такую штуку. Да. Вот, тут круто выглядит. Сердечко. Спасибо, Яндекс-станция. Это что такое? С днём рождения! Это что? Успехов, радости, везения! Короче, мы подумали, что это найдет место в гелике 100%. Это вот такая вот штучка для документов. Пацаны сказали, что это должно быть в гелике. Пацаны, так и будет. Спасибо. Так, давайте покажу вам подарочек Юлин, раз на то пошло. Та-да-дам! Таких у меня еще не было. Круто. Заряженные на... любовь. Это немножко не подарок, точнее подарок, но немножко на другую дату. Просто он только сейчас доехал. Это от Ютуба. Кстати, Ютуб, присылайте мне подарки, пожалуйста. Я вас люблю. А это халат. Так. Тут какая-то коробка с крышкой и... О, это гарнир. Вау. Закачаешься. Спасибо. Лицо будет супер. А покажи. Проверни, там где-то должен быть логотипчик, по-моему, нет? Вот, стой. А4, YouTube. Это на съемке нужно, чтобы согреваться. Люблю все очень редкое, вот особенно вот от этого бренда. И это коллаба с Overwatch, и вот... такое мне прислали, прикиньте. Кул вообще. Ой, вообще сегодня много нерфа, потому что я эти штучки обожаю. Вот такую мне прислали штуку. Это, ну типа, ну вы понимаете, да, размерчик. Это кул. Что-то вот в золотой упаковке. Что-то зеленое. Ух ты. Я не знаю, как это открыть, но я вижу здесь логотипчик Лего и логотипчик Ламбы. И это, походу, Лего Ламба или что-то такое. Это как вообще такое существует? Это Лего Ламба, даже инструкция. Тут как из Лего ее нужно собрать. Прикол. Тут все было так запаковано красиво, мы чуть-чуть все разбурили. Но это что-то прикольное. У меня было такое хорошее настроение, что я даже снял праздничный ТикТок в ТикТок. Заходите, смотрите, я старался очень, реально. Вот, Юля, скажи, что старался. Этот день подходит к концу. Это было эпично. И напоследок попрошу всех, кто не подписан на канал.